Всем привет, я Даня Головин из Чудотек, и я расскажу вам про 5 лучших ЗОЖ-девайсов для дома, ну, домашних устройств. Пришла пора подвести итоги года, так что поехали, здоровенькие вы наши. Японцы в этом году привезли в Россию мегапечь. Во-первых, в ней есть конвекция. Конвекция – это распределение специальным вентилятором горячего воздуха по рабочей камере. И еще в ней есть пар, а на пар просто молятся все любители ЗОЖ. Через 20 секунд после включения пар уже есть, и вентилятор начинает создавать конвекционные потоки. Примерно 3 минуты, и ЗОЖ-печь готова к работе. Есть 3 режима. Она может быть пароваркой, конвекционной духовкой или совмещать одно с другим. А значит, подойдет для приготовления самых разных блюд. Можно, наверное, даже сорваться и что-то не совсем здоровое в ней приготовить. Мы никому не скажем. Еще плюсы. Компактность, но при этом вместительность. Возможность готовить сразу на 2 уровнях разные блюда. Кстати, что касается разных блюд. Здесь предусмотрены целых 13 автоменю для их приготовления. Что круто, потому что даже кулинар-неумеха с готовкой справится. Ко всему прочему, как вы, наверное, заметили, эта печь очень симпатичная. Вот за этот симбиоз простора для здоровых кулинарных экспериментов, компактности и клевого дизайна печь Panasonic и попадает в топ-5 домашних девайсов для здорового образа жизни 2017 года. Я, если честно, довольно ленивый и не беру с собой в спортзал различные смузи или протеиновые коктейли, но часто встречаю людей с этими вот стаканами, в которых они приносят всякие свои ЗОЖ-зелья. Ну, к чему я все это веду? К тому, что теперь все это стало гораздо проще. Можно приготовить какой-то коктейль протеиновый или смузи дома и не переливая куда-либо, принести с собой в спортзал прямо в этом стакане. Итак, следующая остановка – это фитнес-блендер Electrolux. Просто меняете на стакане крышку с ножом-измельчителем на обычную и готово. В комплекте есть стаканы разного объема. Приятно, что с блендером поставляется специальный стержень – генератор холода. Храните его в морозилке, а когда надо, вставляете в стакан со смузи, например, чтобы он дольше оставался прохладным и свежим. Круто и то, что это не только фитнес-блендер. Он все же пригодится и для обычной домашней готовки. Потому что есть отдельная емкость для измельчения различных продуктов. Скорости работы 2. Есть и импульсный режим. Работает, когда удерживаешь регулятор. Универсальность, компактность, простота использования и симпатичный дизайн. Все это есть у фитнес-блендера Electrolux. И это пропуск в наш топ лучших ЗОЖ-девайсов для дома 2017 года. Казалось бы, как микроволновка связана со здоровым образом жизни? На самом деле напрямую. Когда вы готовите в ней, нет контакта, например, с горячей кипящей водой. Поэтому продукты получаются вкуснее и в них сохраняется больше витаминов. Спросите об этом лучше у Сергея Малоземова. Он подтвердит, что микроволны – это вовсе не убийцы здоровой пищи. Samsung к микроволнам добавили настоящий аэрогриль с тройным нагревом. Греет гриль, работает отражатель тепла, а специальный вентилятор гоняет горячий воздух по камере. К тому же все автоматизировано. Есть автоменю для блюд на аэрогриле. Приготовленные без масла или с минимальным его количеством – это здоровые блюда. Есть еще крутой режим разогрев с грилем. Время приготовления продлевается, чтобы блюдо получилось с аппетитной корочкой. Функция поддержания тепла сохранит готовую еду теплой. Плюс авторазмораживание и рецепты национальных кухонь. А биокерамическое покрытие в рабочей камере служит гигиеничности приготовления. По сути, Samsung показал микроволновку, какой она должна быть в 21 веке. Но он добавил к ней аэрогриль, и это сделало ее особенно привлекательной для людей, ведущих здоровый образ жизни, и стало пропуском в наш топ-5 гаджетов для ЗОЖ 2017 года. Поздравляем корейцев!
Сейчас в крутых ресторанах вы можете отведать блюда, приготовленные методом сувид в вакуумной упаковке и при температуре 60-90 градусов, но при невысокой температуре. Так продукты готовятся медленнее, но при этом в них сохраняется больше соков и витаминов. Но это в ресторанах, а как же быть дома? Ребята из Hot Point молодцы. Явно прочувствовали тренд и представили в этом году набор для сувида дома. Он состоит из погружного нагревателя с термостатом и электронным управлением, который крепится к любой посуде, вакууматора, который упаковывает продукты, и книги с рецептами здоровых блюд. Все очень просто, но штука интересная. Электронное управление позволяет контролировать температуру и время приготовления. А если воды останется мало, все выключится. Если вы когда-нибудь пробовали блюда, приготовленные методом сувид, то наверняка знаете, что они очень вкусные, но к тому же еще и полезные. Так вот, благодаря Hot Point теперь их можно готовить и дома. Любите ли вы блюда, приготовленные на гриле, так, как люблю их я? Если да, то этот участник ЗОЖ-топа 2017 точно будет вам интересен. Стейки, креветки, рыба, овощи, даже яичница – все это приготовленное с оптимальными настройками для великолепного результата. Знакомимся с новинкой DeLonghi. Этот контактный двухсторонний гриль хорош тем, что в комплекте поставки есть целых 6 съемных пластин с антипригарным покрытием. Рифленые для стейка, бургерных котлет или сэндвичей, плоские, как сковорода, для яичницы или оладьев, и специальные для вафель. Вафли или оладьи – это, возможно, не такое уж ЗОЖ-блюдо, но иногда же можно. Для крышки есть несколько положений, в зависимости от кулинарных задач. А еще у него электронное управление с дисплеем, контроль температуры обеих поверхностей и времени приготовления. Ко всем этим его достоинствам прибавьте еще мобильное приложение в вашем планшете или смартфоне. Нет, управлять им удаленно пока нельзя, зато можно изучать различные рецепты специально для гриля. И есть в них все нужные настройки. Просто включаете гриль, и все отлично работает. В общем, он шикарный, и не зря он здесь в нашем топе ЗОЖ гаджетов 2017. Здоровый образ жизни – это круто. И, как вы поняли, не так уж сложно, во всяком случае, в смысле питания. Сейчас есть много устройств, которые помогают готовить вкусные и здоровые блюда без особых трудозатрат. 5 лучших из них попали в наш ЗОЖ-топ 2017. Между прочим, эти продукты будут актуальны и в следующем году. Готовьте современно и смотрите наш специальный канал о домашней технике. Пока!